Всем привет, друзья! Мы находимся во дворе библиотеки имени Пушкина, где проходит фестиваль уличной кухни «Еда-да». Давайте посмотрим, что нам подготовили организаторы, что интересного приготовили участники этого фестиваля. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ВСЕМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Вуза рабочего маслом машины. Руки стилиста водой душистой. У визажиста румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.